Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем устраивать ядерные войны в игре под названием ICBM. И если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, какие у меня сейчас планы? Планы на самом деле очень серьезные. Мне нужно... наконец-таки, да изобрести самолет-разведчик, отправить его на территорию Ближнего Востока и понять, где же находятся аэродромы или ракетные шахты. Если мы лишим врага главного авиации, то в принципе в этом регионе победа будет за нами. Правда, ждать остается еще целых, блин, 10 минут. Также у нас возникли проблемы с авиацией. Было потеряно очень много самолетов-истребителей, очень много бомбардировщиков, и поэтому все это дело надо бы нам срочно пополнить. На это, конечно, уйдет довольно много времени, но оно того стоит. Также нам нужно пополнить боезапас в нашем мобильном ракетном комплексе, плюс 5 боеголовок. Построить плюс 5 боеголовок. Ой-ой-ой-ой-ой. Да уж. Мы, конечно, имеем хорошую военную мощь. Но вся эта военная мощь ничего без боеприпасов. Самолеты тоже, наверное, в некотором роде можно назвать боеприпасами. Потому что авиабаза без самолетов — это авиабаза без боеприпасов. Но у нас есть два авианосца, и вот, может быть, их стоит использовать для атаки сейчас. На одном практически полностью заполнены самолеты, и на втором практически полностью. Не хватает по 4 истребителя. Ну, ладно, посмотрим. Давайте ускорим ход времени и подождем, пока все восстановится. Такс. Воу, воу-воу-воу, Россия начинает бомбить. Нифига, вот это они устраивают налет. Жестко, они Карачи бомбят, интересно, или куда? Строительство завершено, 2 мобильных ракетных комплекса у меня есть. Мы можем помочь России, они же наши союзники. Так, размещу один мобильный ракетный комплекс где-то здесь. Опа, радар, отлично. Вот дальность атаки, наверное, поближе вот так. И еще один ракетный комплекс здесь, чтобы он все-таки был под защитой ПВО. Отлично, и с помощью них, блин, у каждого всего лишь одна боеголовка, этого мало. Но можно нанести удар по радару раз и по радару два. Если у врага нету ПВО или самолетов, они не смогут сбить наши ракеты. И, в общем, мы окажем хоть какую-то помощь России. Так, пэмс, можно было одну ракету запустить, я думал, одной будет недостаточно, но нет. Так, тут в воздухе разворачиваются серьезные бои, почти все российские бомбардировщики были сбиты. Отправлять их в бой без поддержки, это было недальновидно. Они лишились всей авиации, по сути. Вау, что здесь творится? Завязался бой нас с европейской авиацией. Какого черта? Я не хотел этого делать, но, похоже, нас вынудили. Я совсем не видел, что происходит в этом регионе. Ладно, давайте смотреть. Воу, Москва! Кто-то сбросил на Москву что-то очень серьезное. То есть это не те маленькие бомбы, которые сбрасывали мы. Это какая-то термоядерная монстрятина. Какой образовался гриб, наверное, от Москвы. Ой, Москва лежит в руинах, друзья. Посмотрите. Кремль разрушен, Москва-Сити тоже подразрушена. Блин, печальненько, печальненько. Чем же ответит Россия на такую наглость? Стопудово Россию атаковала Европа. Наверное, вот с этой авиабазы. Кстати, нам раскрылось местоположение Европы. О, что, еще сбросили? Да пожалейте вы Москву, хватит сбрасывать такую жесть. А это восточно-азиатский был бомбардировщик. Они, походу, нанесли просто контрудар после дерзкой атаки русских войск. Так, что у нас по авиации? Здесь 6, здесь 3. Ну, можно психануть и отправить тупо отряд бомбардировщиков. Либо мы его потеряем. Так, ладно. Выбираем ядерные бомбы. Давайте разрушим аэродром. Все-таки разрушение аэродрома — это как бы хорошо. Нацелено 4. Почему всего лишь 4? Я хочу больше... Вот так. Вот так. Ну, чё, ударные бомбардировщики поднимаются в воздух. Тут их очень много. И вроде как никто не должен нас остановить. Именно в этот момент посмотрим. Долетят ли самолеты? Они в ответ хотят бомбить. Но у нас есть истребители. Поднимаются с одного аэродрома, со второго. Ох, сейчас что-то будет. Либо пан, либо пропал. Пусковая шахта. Вот откуда было запущено, наверное, это супероружие. Потому что, очевидно, баллистическая ракета, находящаяся под землей, она гораздо больше, чем
бомба, которую может сбросить самолет. Воу! У них две ракетных шахты. Пумс. Так, ну у нас есть ПВО. И в принципе шанс, что это... Они по аэродрому, да, бьют? Истребители есть на базе? Успеют они взлететь в воздухе? Я даже не знаю, что-то страшно. В зоне действия ПВО? Блин, вот я не знаю, что сейчас будет, друзья. Зря я начал выпендриваться на Европу. Нужно было дальше воевать с Восточной Азией. И не думал, что у них настолько мощная армия. Почему ПВО не сработало? А, нет, они по городу атакуют. Так плевать. Еще одна. У них три пусковых шахты. Вай. Ну да, мы уничтожили аэродром, как бы прикольно. Но три пусковые шахты, и почему-то я ничего не могу сделать с этими ракетами. Они пролетают в зоне действия ПВО, но, вероятно, они летят на какой-то запредельной высоте, и ПВО просто не может их сбивать. Как, в общем-то, и авиация никак не реагирует. Это прям печально. По Каиру сейчас удар нанесут. Пэмс. Эх, куда-нибудь по Лагосу, наверное. А это куда вообще непонятно летит. Но это серьезные бомбы. Это прям мощнейшие бомбы. Хотелось бы, конечно, пусковые шахты разбомбить. Они выдали себя. Но как? Как их разбомбить? В принципе, я могу запустить с мобильного ракетного комплекса. Попытаться, по крайней мере. Не знаю, конечно, маловероятно, что это сработает. Но если получится одним ударом стереть с лица земли их пусковую шахту, это будет здорово. Киншаса. 2 миллиона погибших. Пипец, просто пипец. Ох, ну да, зато мы как бы в воздухе доминируем, и это хорошо. Ну, первая ракета пошла, поехали. Потом подождем, пока появятся еще БРСДшки. Нам их не хватает, нужно пополнить и в этом ракетном. О, есть еще один? Я ж вроде потратил. Я уничтожил ракетную шахту. Оу, май! Ха! Хорош! Пусковая шахта уничтожена. Отлично. Есть еще один снаряд. Куда бы его запустить? Не достаем до 2 оставшихся пусковых шахт. Это было бы очень четенько. Хотя, в принципе, если подъехать куда-нибудь сюда, в теории, может быть, и достанем. Ты будешь ехать, нет? Переброс. Опять атака идет. Блин, почему-то моя это... Мобильный ракетный комплекс не перемещается, а здесь еще 2 атаки с этих пусковых шахт. С ними стопудово нужно что-то делать, как-то пытаться их уничтожить. Что по бомб... Слушайте, а я просто психану. Нанесу удар бомбардировщиками. Что они себе позволяют? Хотя не достанем. Слишком далеко. Ну, есть, в принципе, план, друзья. Можно перебросить один из авианосцев сюда. Но... Смотрите, в чем дело. Они заблокировали нас здесь, и получается, если мы захотим выбраться из Средиземного моря, нам придется пробиваться с боем через их флот. Черт, а Европа-то что-то знает, очевидно. Ладно, буду надеяться, что мобильный ракетный комплекс все-таки будет переброшен. Я его направил сюда, не знаю, почему он этого не делает. Этот ракетный комплекс я тоже отправлю сюда. Эти пускай восстанавливаются, ну а флот, друзья, флот у нас серьезный. Можно как-то нападать. Пытаться. Вряд ли у них флот настолько же мощный, вряд ли у них 2 авианосца. В общем, по-любому нужно атаковать их пусковые шахты, иначе, блин, они будут постоянно нас просто забрасывать этими бомбами. Бесконечно. По Касабланке, бубух. О, мы в минусе, друзья. Мы в минусе по населению, видимо. Половина городов полыхает. Это ужас. Не знаю, правда, на что это влияет, но половина городов полыхает. Куда идет ракета? В Абиджан, наверное, да? Да, в Абиджан. Но почему вы не перемещаетесь? Пожалуйста, начни перемещаться. Мобильный ракетный комплекс, ты чего? Ладно, отправляем наши авианосцы в бой.
Поплывут они, не поплывут, почему-то пока плыть не хотят. А, они просто очень медленно плывут. Окей, оп, один перебросили ракетный комплекс, отлично. Отлично. Ай, нет, боеголовок, а куда же? Они ж были у него. А куда они делись? Ладно, нужно пополнить боеголовки. Если пополним, то все будет здорово. А этот мы сейчас тоже перебросим примерно в эту точку. И все будет офигительно. Он запустил. А почему было написано, что нет, но запустил при этом? Странно. Ладно, минус одна шахта ракетная. Давай, 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 пэмс! Шикарно. Загрязнение планеты 5% радиоактивное. Скоро на планете будет вообще невозможно жить после таких атак. Южная Америка самолет. Они отправили самолет из Южной Америки ко мне за что? А чё на меня-то? Так, ладно. С кем у них союз? Южная Америка с Европой союз. Ёлки-палки. Я хотел помочь России, а в итоге с Южной Америкой мне никто не поможет. Они будут атаковать меня беспрерывно. Возможно, еще и свой флот отправят сюда. И даже самолет не получилось вроде как сбить, или мы сбили. Побамака. Блин, они атакуют раз за разом. Еще одна. Они будут по КД запускать свои ракеты в меня. Если я их не остановлю, почему не по России, почему по мне? Надо их остановить. Попытаюсь выстрелить вне зоны досягаемости. Можно перекинуть сюда его. Но все равно я буду вне зоны досягаемости. Так что смысла в этом немного. Вся надежда на наш флот. Без флота вообще никак и никуда. Улучшенные авиадвигатели, может быть, увеличат зону поражения бомбардировщиков. Такое, в принципе, возможно. Мы плывем дальше. Технологии изучаются, мы плывем по Дурбану, ядерный удар нанесли. Короче, раньше мы были на первом месте, а сейчас нас бомбят просто со всех сторон. Печально. Нет, но мы можем выбраться из этого положения, не все еще потеряно. Типа, вообще не все еще потеряно. Давайте нанесем ракетный удар по Лондону. Потому что что это они себе позволяют? Плюс я нанесу ракетный удар по Парижу, по крупнейшим городам. Хотя надо было по Берлину бить, там больше населения, да? Да, ну, плевать, все равно плывем. Ожидаем новых приказов, ожидайте. Ах, режим ядерной войны. Эти, блин, подсказки постоянно вылазят и ставят игру на паузу, это неудобно. Да, сравнить, конечно, гриб ядерный от удара по Москве с этим грибом вообще невозможно. Он гораздо меньше. Опа, авиация поднялась в воздух. Тут что-то бомбят. Каир. 16% загрязнения мировое. У них один авианосец исчез. Россия начинает активно работать по территории Европы. Это классно. Так, ядерные ракеты. Куда бы их отправить? Ну, давай по Риму бабахнем. О, по Лондону нормальный взрыв пришелся. Хорошо. И еще одну. По Палермо давайте пускай. А почему наш флот не плывет сюда? Я не понимаю. Атакуем. Нам нужно атаковать и выбираться. Через пролив пройдем. А кораблей-то уже и тут и нет. Видимо, просто игра показывала, в каком месте они были замечены. А по факту, как бы вот так. Опять. Но я скоро дойду до вас. Я скоро до вас доберусь. Я уничтожу вашу ракетную чертову шахту. Так, новое исследование. Почему я ничего не исследую? Мне нужна вот это. Увеличение мощности разогнанных двигателей, а также объединение нескольких штук в связку по пакетной схеме заметно увеличивают дальность и полезную нагрузку баллистических заатмосферных ракет. После нескольких не слишком успешных попыток, наконец, удалось создать надежный ударный комплекс, способный уверенно поражать цели в любой точке планеты. Новый тип стратегических вооружений получил вполне заслуженное обозначение «межконтинентальное». Вот это будет бомба, друзья! Межконтинентальные ракеты. А может, крылатые изучить? Они тоже полезные. С появлением новых аэродинамических профилей стало возможным создавать ракеты с изменяемой высотой и скоростью полета, что серьезно затрудняет поражение традиционными средствами ПВО. Однако малый запас топлива и несовершенная система навигации не обеспечивает ракетному вооружению класса «Поверхность-поверхность» возможностей для серьезных эволюций над целью. Существенно улучшается точность ракет класса «Поверхность-поверхность». То есть это просто другие ракеты. Термоядерная бомба — это отлично. 10-мегатонная. Уф.
Уф, но без межконтинентального оружия, мне кажется, они будут бесполезны. Ступенчатый ядерный взрыв, вообще просто разрыв мозга. Ладно, начнем с МБР. По-любому нужно изучить. Достраиваются наши бомбардировщики. Нужно бы построить, я не знаю, что бы построить еще такого. Может, еще авианосцев парочку воткнуть? Давайте 3 авианосца зафигачим. Сможем с помощью них перемещаться по планете, доплыть до берегов Южной Америки и ответить им по полной программе. Такс. Нормально. О, мы потеряли корабль! Отстой! Ладно, он поплывет за этим. Опять. Опять бабахнули. Я не могу смотреть, как постоянно летят ракеты на наши города. Это ужасает меня. Они по России бьют. Ладно, сейчас... Оу, а глядите-ка, у них тут, смотрите-ка. А у них тут, ребятки, оказывается, все очень серьезно. У них тоже есть флот, несколько эсминцев. Ладно, наши авианосцы должны справиться. Давайте просто закидаем их ракетами. С наших ракетных крейсеров. Минус 2. Отлично. Они уничтожили один из наших... Они уничтожили! Вау! Тут что-то дичь какая-то. Похоже, подводные лодки. Сваливаем! Подводные лодки! А я их не вижу. Вай-вай-вай-вай-вай. А я лишился всего флота. У них подводные лодки, а я их не вижу. Видит их эсминец, а эсминец я забыл. Ну, пипец. Ну, пипец. Ну что, продолжим бомбить Европу в таком случае? Лишился всего флота. Это как будто судьба. Как будто специально эсминец, блин, остался. Я же вроде говорил... Ой-ой-ой-ой-ой. Ладненько, это проблема, хорошо, я буду дальше бомбить Лондон. Со злости просто, от нефиг делать, бабахну по Варшаве к тому же. Она еще не разрушена, это плохо, нужно разрушать. Зафигачу по Бухаресту. Меня выбесила Европа с ее флотом, блин, по Афинам бабахну. Разочек не помешает явно, чтобы они знали, о чем идет речь. Все, ракеты запущены. Просто зафигачиваем ракетами. Ну и остается ждать, пока появятся новые авианосцы. Эта ракетная шахта вроде как уничтожена силами России. Так что я не сильно грущу, что мы потеряли флот. Получится его восстановить довольно быстро, и нужно использовать все-таки крейсеры. Без них все не то. По Парижу давайте бить. Еще по Риму. По Будапешту достану, отлично. И по Одессе надо одну бомбу скинуть по-любому. Мощно, мощно, мощно. Радиоактив... А, новая пусковая шахта, я понял. Извините, я знаю, где она. Ответный удар сейчас последует. Мгновенный. Они не смогут сбить мою ракету. Так, радар видно, но радара опасаться не стоит, он ничего не делает. В общем, друзья, пока кое-как держимся. Восточная... Ближний Восток меня никак не трогает, они вроде успокоились, мы с ними подружились. А так, в принципе, бьем дальше по Европе, создаем флот, построим межконтинентальные ракеты, и получится наше положение как-то реабилитировать, потому что потеря флота, конечно, сильно ударила по нашим возможностям, но что есть, то есть. Большое спасибо за внимание, за просмотр, до новых встреч, удачи, пока, будьте счастливы.